чипалгаш – национальное чеченское блюдо. Это лепешки из теста с самой разнообразной начинкой внутри. На этот раз мы рассмотрим рецепт приготовления чипалгаша с творогом. Это просто рецепт чипалгаша из творога. Процесс сготовки делится на 4 этапа. 1. Замешивание теста. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Замешиваем тесто. Тесто месим муки, кефира, яйца и разрыхлитель. Мешаем тесто до мягкости, после чего обсыпаем мукой, чтобы сильно не прилипало. Делим тесто на небольшие кусочки и раскатываем их на столе. На кусочки теста накладываем творожную начинку. Начинку делаем из творога, зеленого лука и яичного желтка. Заворачиваем начинку в тесто. Тесто раскатываем в блин. Жду ваших лайков и комментариев. Жарим тесто на сковороде без масла. Готовый чипалгаш режем на четвертинки и подаем к столу. Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. Вот из чего готовим блюдо. Мука 800 грамм, кефир 1 стакан, сахар по вкусу, соль по вкусу, яйцо 2 штуки, зеленый лук по вкусу, разрыхлитель 1 штука, количество порций 3-4. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Пока-пока!